Интересно, куда вода потечет, если все каналы забиты? Мечи высший сорт! Изготовишь для меня кое-что? Будь здоров. Спокойно. Умный клиент сразу поймет, что на этой стороне Болтера лучшего товара не сыщешь. Галый ты какой. Тухлого мяса нажрался. Сейчас падаль стянулась в Новиград. Чародей, от чьей разнузданности шлюхам стыдно становится. Алхимики, что над заповедями водными глумятся. А хуже всех ведьмаки, мутанты чувств лишенные, алчущие крови, будто вампиры. Словно нечистоты, что стекаются из канала. Если бы ты лук с маслом взял, то не был бы такой грязный. Морда, как у трупа, глазище, как у зверя. Вот до чего может людей особачить магия. Они же еще и детей крадут. А хватит у тебя смелости всю эту клевету повторить, глядя мне в глаза. А как же? Ты мутант! Выродок! Бесполезный реликт прежних времен, который нужно сжечь, как засохшую ветку. Скольких людей ты спас от смерти? От Брукса, от Лешего? При чем здесь? Скольких, я спрашиваю? Есть над чем подумать. Глоб-то наш проповедник здоров драть. А дунь на него, так он уже хвост поджимает. Пойдемте, люди. Кристоф мужик строгий, так что в корчме не безобразничай.
Дай медяшку. Not.
Здесь стоит осмотреться. Только ведьмака этой. Я ищу Роше. Нет здесь никакого Роше. Что-нибудь еще? Понимаю. А за тобой, надо думать, грибники лагерем стали? Мы это, за птичками наблюдаем. А меч у тебя, чтоб, если что, от туканов отбиваться? Туканы тут не живут. Холодно им тут очень. Артензио, ты слепой? Это же Геральт, мой товарищ. Геральт, заходи. Геральт из Ривии, живой и здоровый. Вернон Роше, последняя надежда Тимерии. Смейся, смейся. А Тимерия еще вернется на карту мира. Роше, я не могу их тут бросить. Я...
Можешь и должна. У тебя приказ. Они умрут. Пожалуйста. Разговор закончен. Можешь идти. Как ты здесь оказался? С войском пришел, как еще? Когда Нильфгард перешел Яругу, я послал все к чертям и рванул на фронт, бить черных. Вступил во вторую темерскую армию под командованием Яна Наталиса. Мы должны были задержать черных на линии Долблатана, гора Карбон. Мы держали 3 дня, а потом нас просто снесли. Потом я узнал, что Родовид собирает силы под Новиградом, что он обещает сражаться за свободный север. Я пробился сюда с остатками армии Наталиса, но... Но? Но Родовид оказался ничем не лучше Ингира, так что я решил, что лучше я буду воевать по-своему. Ты что здесь делаешь? Гоняешься за Скаэтаэлями? Ты шутишь. Кого сейчас заботят Скаэтаэли? Сейчас на карте судьба Тимерии. Бывай. Заплатим за свободную Тимерию. Горло у меня пересохло. Геральт из Ривии. Живой и здоровый. Бывай. Со слов Йеннифер из Венгерберга, на Скеллиге произошел магический взрыв, который уничтожил значительную часть древней пущи и, видимо, был связан с появлением Цири. Геральт отправился на острова, чтобы присоединиться к чародейке и вместе с ней попробовать найти следы девушки. Чем пришел? Я бы не отказался от партии в Гвинт.
как шлюху. У нас тут порой похуже погода бывает. Приветствую, незнакомец. Ищешь развлечений или желаешь выпить? А какие здесь у вас развлечения? Ну, пиво, вино и сивуха. А что ты собирался в корчме делать? В ладушки играть? Не знаю, откуда ты приехал, но должно быть издалека. Ты можешь рассказать о вашем клане? Говорят, мы, люди из клана Броквар, лучшие пловцы. Мне казалось, на Скеллиге все отлично плавают. Хе-хе, но это тебе только казалось. Плавают-то все, это конечно. Вот только на дракарах, разодевшись в тяжелые меха и шкуры. И воды касаются, разве что как у них пиво кончится в чарках. А наши ребята с малых лет прыгают со скал и ныряют, как тюлени. Покажи мне свои товары. Что скажешь насчет партейки в Гвинт? Ну вот, опять дождь. Дьявол, ты не похож на любителя поторговаться. Ты же из клана Брокваров? И сам я, и весь мой род, деды и прадеды. Я, кажется, нашел кое-что, что вам принадлежит. Груз с дракара, который разбился к северу от Артскеллига. О, это должно быть гнев Хеймдаля. С месяц назад ушли они за добычей на побережье, но не вернулись. Послушай-ка, а не находил ли ты там красивого меча? Он принадлежал кормчему, его семья была бы рада получить его назад. Находил. И с удовольствием его отдам. За приличное вознаграждение. Известное дело. У нас иначе и не бывает. Спасибо. Если поспешите, может, вернете остальной груз. Мы так и сделаем. Сейчас созову людей. Спасибо за вести. Не за что. Будь здоров.
дьявол! Ты не похож на любителя поторговаться. Покажи, что у тебя есть, там и посмотрим. Не знаю, буду я что-нибудь покупать или нет, но вот в карты я бы сыграл с удовольствием. Видно меня, продул. Может, рады купить? Здесь стоит осмотреться. Thank you.
следы сирены, очень большой сирены. Безумная и грозная владычица глубин. Видно, когда-то ей здесь воздавали почести. Краска чешуи. Это необычная сирена. Та же самая чешуя, что и на алтаре. Культ Мелюзины возник не просто так. Наверняка эта ехидна жила тут очень давно. Когда-то она впала в спячку, а теперь проснулась и проголодалась.
Его сбросили с большой высоты. Интересно, кто это? Возьми плащ. Видно, ты не местный. Что тебя занесло на спикеров? Кажется, у вас здесь есть какая-то работа для ведьмака. Ну да, сестра мне всю плешь проела. Вот я для вязчего спокойствия и вывесил объявление. По правде сказать, я и не рассчитывал, что кто-то заинтересуется. В чем дело? Да вот жених у сестры пропал. Люди болтают, что он просто сбежал из деревни. А она вроде как видела, что его чудище утащило. В пещерах на побережье поселилась старая эхидна. Я ее убил. С трудом. Эти пещеры — дурное место. Когда-то там приносили жертвы мелюзине. Значит, Брит правду говорила. Это эхидна Нильса утащила. Страшно глупо я себя чувствую, что собственной сестре не поверил. Возьми его. Ты заработал.
Бывай. Пошла. Друиды не мастера с призраками бороться. Да ну! Ты что ли лучше? Закрой пасть. Вот он поможет и лучше. Это ж ведьмак. Призрак у нас на арене объявился. Никак его не выгоним. Может, что посоветуешь? Может, и посоветую. Только мне нужно знать больше. Что ты хочешь знать? Вы знаете что-нибудь про этого призрака? Когда он появился? Дед мне рассказывал, что его дед рассказывал, будто звали его Уля-неудачник. Он всегда проигрывал поединки, но всегда оправлялся от ран. Даже помереть не смог, как мужчина. И все до тех пор, пока однажды Ярл Тормар не устроил на арене турнир. Тогда еще противников выбирали по жребию, и Ярл стал против Уля-неудачника. Ярл в победе не сомневался. Издевался над Улле, высмеивал его так, что народ ревел от смеха. А когда он поднял руку в знак победы, Улле не выдержал и вогнал ему нож в спину. Тормар, умирая, проклял Улле. Чтобы ты во веки веков проигрывал, так и сказал. Вот с той поры Улле и является на арене, и все время проигрывает. Значит, уже были такие, кто пробовал его победить. Ты шутишь? Все его побеждают, а он, бедняга, все время возвращается. И вот из-за этого не получается нормальных боев устроить. Что это за арена? Ну, обычная арена. Когда-то был у нас обычай, что лучшие воины должны драться на арене. Бои на Спикероге славились по всему Скеллиге. Пока однажды не появился призрак. Откуда ты знаешь? Я же говорил, это ведьмак, волшебник. Он такие вещи знает. Я бы мог попробовать прогнать этого призрака, но не за даром. Если у тебя получится, мы заплатим, как за победу. И процент тебе отдадим со всех наших заработков. Как арену расколдуешь. Ну, это ты загнул. Есть немного, да и хер с ним. Если ведьмак с призраком справится, то он и процента достоин. Ну ладно, но чтоб только один раз. Звучит разумно. Ждите меня здесь. Ты пришел помериться силами с духом арены? Пожалуйста. Улли-неудачника всякий может победить. Только оставь, пожалуйста, все эти «сгинь, призрак», «я одолею тебя, дух арены». Слышал я это уже сотни раз. Ужасно мне все надоело. Ты не похож на обычного призрака. Почему это? Потому что не выкрикиваю угрозы, не пугаю тебя смертью?
Ну и что? Мне просто надоело. Кроме того, я прекрасно знаю, что сейчас будет. Ты меня оскорбишь, пронзишь мечом, я исчезну. А через пару дней снова сюда вернусь. И так повторится с каждым, кто придет сюда. Такая уж моя судьба. Я должен торчать здесь до конца света и проигрывать любой бой. Но ведь ты не болтать сюда пришел. За дело. А далее духа арены. Бери за оружие. Ну, берусь, берусь. Только давай по-быстрому и без лишнего пафоса, будь добр. Я победил тебя! Похоже на то. Поздравляю. Но как же это? Ведь я должен был здесь проигрывать до скончания времен. Что это? Я словно слышу смех, шум, звон кубков и этот голос. Меня призывают на пир героев. Ты дал мне выиграть. Ты меня освободил. Спасибо! Да пребудут с тобой боги! Прощай, дух арены. Дух вам больше не помешает. Надо думать, он уже пьет мед с предками. Я знал, что ты справишься. Ну, Гуннар, я выиграл. Возьми. Вы что, поспорили? А то. Я-то был уверен, что ты справишься, а Гуннар говорил, что не в жизнь. Потому он сейчас такой кислый. Я часто вижу такие рожи, когда приходит время платить. Не бойся, мы люди чести. Это тебе. И помни, когда арена начнет приносить доход, тебе процент полагается. Буду помнить. До свидания. Ну и витрила. Может, радугу? Дорожник. Thank you.
Приезжают тут всякие с большой земли. Дядюшка потом... говорил, что у людей с большой земли вон как у кошек. А у тебя... Пропусти, я за тобой слежу. Говорят, дрались Нью-Йорк и Эдвин Сильный. Привет! Я смотрю, дела у вас процветают. Если бы ты только знал, все хотят сражаться на проклятой арене. Значит, и у меня процент какой-то накопился. А как же? Пожалуйста. Вести дела на Скеллиге одно удовольствие. Заходи еще. Тут у нас будут твориться великие дела. Помяни мое слово. Надеюсь, ты прав. Удачи. Я, он здесь был. Что-то вы плохо выглядите. Ты не нарывайся, и то будешь иметь дело со мной. Эй, дождя-то кот наплакал. Ну, прошу тебя. Просто там. Ну вот. Куда прешь? Приветствую. Если нужно оружие, с удовольствием для тебя что-нибудь сделаю. Сделаешь для меня одну вещицу? Не хочешь сыграть партию в гвинт? Ну и витрила. Следите за собой. Слышишь звук? Это боги скрипят зубами. Значит, время войны. Время мечи точить. Кто вас поведет после смерти брата? Чтобы бить черных, короля не нужно. Нет причин ждать. Работа у тебя тяжелая. Не хочешь передохнуть и сыграть в гвинт? Похоже, погода бывает. О, дождя-то кот наплакал.
Приветствую, незнакомец. Выпей с нами. Покажи мне свои товары. Не желаешь сыграть в гвинт? Приблуда. Может, и хорошо, что подождет. Шевелись, плотва. Может, и хорошо, что подождите меня. Но! Запер я хорошо! Подержи. Что такое? Дело у нас к тебе. Только зачем стоять под дождем? Пойдем ко мне, там и поговорим. Ну так в чем дело? Ты видел пригорок за деревней? Веками на нем ничего не было. И вот однажды просыпаемся, а там башня. Ну и сразу начало оттуда молниями шарашить, будто сам Навельфар приплыл, и до сих пор не перестало. Надо что-то сделать с этой грозой, а то с такими волнами ни на лов, ни в поход не выйдешь. Вы туда войти пробовали? Мы-то... В то же утро, как башня появилась, сразу туда и пошли, почти всей деревней.
поздороваться с хозяином, если он с миром пришел. Или прогнать, если он дурное задумал. Стучим, ломимся, никто не отвечает. Тут мы дверь открыли, да где стояли, там и сели. Почему? Потому как там за дверью показалось нам, будто бы водная гладь, только стеной стоит. В жизни я ничего такого не видал. Друид сказал, что двери эти магические. А потом взял пятерых смельчаков, и вошли они. Но только до сей поры не вернулись. Ладно, я посмотрю, что это за башня. Как будешь внутри, поищи людей из нашей деревни. Шестеро хороших ребят туда ушло. Жалко будет их потерять. Я поищу. Пусть ведет тебя Хеймдаль. Жалкое зрелище. Снаружи башня казалась меньше. Обнаружен нарушитель. Прекратите вторжение. Прошу немедленно выйти. Попытка остановить вторжение не удалась. Приступаю к нейтрализации. Нарушения.
сюда, пожалуйста! Кажется, они тоже встретили Колина. Сюда! Я здесь! Наконец! Хоть кто-то мне поможет. И не кто-то, а сам знаменитый ведьмак. Слава богам! Повезло мне, что ты оказался в Ковере. Тебя прислал король Танкред или общество магов? И не те, и не другие. И мы не в Ковере, а на Скеллиге. Меня наняли местные, потому что твоя башня устроила шторм на их острове. На Скеллиге? То есть мы телепортировались? О, все еще хуже, чем я думал. Да, я попробую угадать. Голем вышел из-под контроля, запер тебя здесь и напал на меня. О, нет, разумеется, нет. Голем всего лишь элемент системы охраны. Части дефенсивного регулятора магии. Чего? Это нечто вроде охранной системы. Она гарантирует, что башней сможет пользоваться только ее владелец. Обнаружив нарушителя, она закрывает все помещение и оказывает доступ. Поскольку никто из нас владельцем башни не является, на меня напал голем, а ты торчишь за решеткой. Можно как-нибудь избежать дальнейших развлечений? Нужно выключить дефенсивный регулятор магии. Прежний владелец башни написал трактат о снятии подобных блокад. Глобальное размыкание Готфрида. Его копия наверняка должна быть где-то в башне. Принеси мне ее, и я попробую взломать защиту. Отправить тебя домой и перенести башню обратно. Наверное. Ты, как видно, меня знаешь, а я не знаю даже твоего имени. Зига Бунц, чародей и советник королевского двора в Пантванисе. Башня должна была стать моей резиденцией. Я купил ее на аукционе. То есть как? Она принадлежала Готфриду Стамфельду, довольно известному чародею. Когда он умер, наследники выставили башню на аукцион. Никто из них не захотел проверять, что дядюшка Готфрид держал в странных цветных банках. И не из-за них ли он потерял обоняние и левый глаз? Башню они продавали вместе со всем содержимым и по отличной цене. Жаль было не взять. Видел я в жизни разные чудеса, но башня, которая сама телепортируется, это что-то новое. Я пытался взломать защиту дефенсивного регулятора магии своими силами и, должно быть, где-то ошибся. Потом, наверное, открылся портал и выбросил нас на Скеллиге, что, в свою очередь, вызвало электромагнитные помехи. Отсюда гроза. Гроза, которую я обещал остановить. В таком случае тебе придется найти глобальное размыкание Готфрида. Тела, которые там лежат, это люди из соседней деревни, да? Они пришли сюда пару дней назад. Я еще удивился, что одежда у них странная. Но мне и в голову не пришло, что мы на Скеллиге. Их было совсем немного. А вел их друид. Башня их предупреждала. Но они не послушали. Может, если бы она поставила каждому по кружке пива и попросила по-хорошему, они бы и послушали. Над пустыми предупреждениями на Скеллиге только смеются. Ладно, пора отсюда выбираться и отправлять башню домой. Есть мысли, где искать этот трактат? Логично начать с библиотеки. Думаю, ключ от нее где-то в лаборатории. А это где? Как войдешь в комнату напротив, лаборатория будет слева, а библиотека прямо. Только помни, ты здесь незваный гость. Башня наверняка попытается тебе помешать. Посмотрим, кто кому помешает. Я попробую снять барьер.
освоил и Ферен Адлиглет. Нарушитель в башне. Начинаю затопление коридора. Ликвидация прервана. Недостаточно ресурсов, чтобы возобновить процесс. Разорван на куски. Нарушители в библиотеке. Целостность коллекции нарушена. Семейные династии чернокнижников Ковера. Алхимия в практических упражнениях, том 3. Не подходит. Секции демонтических линий. Нет, не то. Похоже, он задохнулся. Гнусная смерть. Глобальное отмыкание Готфрида. Есть. Начинаю аннигиляцию. Сучья башня собралась отравить меня газом. Нашел книгу.
точно. Отодвинься немного. Я попробую отключить барьер. Асваил и Фрэн Адвиглет. Камера изолятора открыта. Угрожающие признаки свободы. Ну, наконец-то. С виду все было просто. Самое трудное впереди. Нужно проникнуть в сердце башни и наложить деактивирующее заклятие. Башня наверняка сделает все, чтобы нас задержать. Веди. Пойдем в главный зал. Надо снять защиту. Дефенсивный регулятор магии может что-нибудь устроить. Обнаружен нарушитель. Дефенсивный регулятор магии в опасности. Формула из трактата Готфрида подействовала. Все кончено. Если бы не ты, я бы, наверное, до сих пор сидел за решеткой. Прими эту безделушку в знак моей благодарности. Спасибо, хотя мог бы просто успокоить шторм и забрать отсюда башню. Сейчас все будет. Если вдруг окажешься в ковере, заглядывай в Понтванис. Абураги! Варрахер! Погоди, что ты делаешь? Я хотел выйти через дверь! Ты живой? И целый? Целый, только мокрый. А меня научишь летать? Как-нибудь в другой раз. В жизни таких чудес не видал. Сверкнуло, грохнуло. В один миг башня исчезла, и ты с неба свалился. Ну и шторм как рукой снял. Говорил я, что надо нанять ведьмака. Вот уж мастер так мастер. А за мастерскую работу полагается плата. Спасибо, но вам деньги больше пригодятся. Мало того, что мастер, каких мало, так еще и благородный. Инга! Ну чего? Чародей, который жил в башне, тоже хотел отсюда убраться. И он щедро отблагодарил меня за помощь. Что ж, раз так, нам ничего другого не остается, как только спасибо сказать. Если когда-нибудь окажешься в наших краях, заглядывай. Мы всегда будем тебе рады. Спасибо, будьте здоровы. Погоди, ведьмак, ты брата моего не нашел? Хурни его зовут. Он пошел в башню с друидом и другими ребятами.
нашел их. Очень жаль, но все они мертвые. Говорил я ему, чтобы он туда не ходил. Так ему славы захотелось. Иди домой, Ньяк. Чего тут стоять? Бывай, ведьмак. Еще раз спасибо за помощь. Дашь меч подержать? А другие говорят, что у Дальрик слаб мозгами стал. Сам с собой болтает и мясо не жрет. Куда прешь? Думаешь правду? Про молодого Анкрайта говорят. Выходит, доставь ты меня в покой. Ледяного великана правду не моего это ума дело. Мы свои вопросы решаем сами. У тебя есть невеста? Друиды говорят, что Рагнарёк близко. А откуда они могут знать, когда будет конец света? Они ведь не умеют даже погоду на следующий день предсказать. Воин с двумя мечами? Если кто умеет сражаться, то ему вполне хватит одного. Я тебя не знаю, ты меня не знаешь. Что случилось, уважаемый? Когда-то эти острова были только для нас. Ни один чужак не смел сюда сунуться. А если осмеливался, то уже не возвращался. Добрые были времена. Времена меняются. Уходи отсюда. И ступаешь по пути воинов. Как раз он меня и интересует. Это дорога, которая приводит юношей Санскеллига в мир зрелых воинов. Я бы хотел попробовать. Ты не юноша, родом не Санскеллига. Но если хочешь узнать, что значит мужество, пробуй. Что я должен делать? Путь расходится на две части. Одна ведет к горным вершинам, другая в недра земные. Пройди обе и докажешь свое мужество. Расскажи мне о горном пути. Он пролегает по хребту горы Ардварк. На вершине ты найдешь алую шаль. Принеси ее в доказательство того, что побывал на вершине. Звучит не слишком сложно. Ты плохо знаешь наши горы. Может, ты расскажешь побольше о подземном пути? Это какая-то пещера? Да, но проходы, которые к ней ведут, затоплены. Ни один человек с большой земли не сумел через них проплыть. Этому надо учиться с детства, с молодых ногтей ловить жемчуг. Посмотрим, что будет дальше. В конце грота тебя ждет неожиданность. Возьми то, что найдешь там, и принеси мне. А что за неожиданность? Увидишь, если доберешься. Если гарпии тебя не порвут. Да, можно попробовать. Мало того, что чужак, так еще и глупец. Что же, от этого нет лекарства. Отправляйся на вершину горы Ардварк и принеси алую шаль. Потом надо добраться до пещеры. Там есть еще одна вещь, но о ней я тебе не скажу. Иди, покажи, чего ты стоишь. Лучшее оружие ни к чему, если слабая рука его держит. Правда? Напомни, что надо сделать, чтобы закончить испытание на пути воинов? Собирается встать на путь и даже не помнит, что должен делать. Отправляйся на вершину горы Ардварк и принеси алую шаль. Потом спустись в пещеру. Там лежит еще одна вещь, о которой я тебе не скажу. Принесешь мне ее вместе с шалью. Красивые мечи, но по мне лучше добрый топор. Это место силы. Отсюда изливается мания.
И лучшее оружие ни к чему, если слабая рука его держит. Правда? Магия — это место силы. Что за гнусное место? Thank you.
жаль. Какие вести ты принес? Испытание было нелегким, но я справился. Вот доказательство. Ты первый чужеземец, который с этим справился. Тебе надлежит воздать почести. Я прослежу, чтобы весть о твоем подвиге разошлась по 5 островам. Красивые мечи. Пусть твой топор никогда не затупится. Thank you.
давай!
Не любишь серебро, да?